сдерживать синий хвосток несколько сложнее. Первые пару-тройку дней надо просто червей давать и смотреть, берут или нет, могут не взять. Когда червей начинают брать, только тогда уже мягкий корм я начинаю давать, приучать. Приучаются сложно к мягкому корму, недели 2-3 приходится их пихать им, пока они начинают его брать. Ну, в принципе, берут и живут хорошо потом.